И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Crossout. Да, вы думали, я забросил эту игру? Нет, конечно, я немножечко решил отдохнуть. Ну и, конечно же, были зоопарки с Арком. Сейчас немножечко появилось свободного времени, и почему бы не снять вам серийку? Да, это моя машина, как бы это не выглядело кучей хлама, это моя машина. По факту я просто фракционный бугай. Не бугай. Кади. Я бугай так переделал? Ёпрст. Не, я не бугай так переделал, вот это точно. Я какую-то фракционную машинку переделал. Вот я точно. Блин, я чё, реально бугай так переделал? Ё-моё, я реально так бугай. Вот, короче, я загрузил вот эту вот машинку. И получил вот это. Блин, да. Да, это фракционный бугай был изначально. Вот, я полностью переделал под себя. Здесь у нас внутри, если посмотреть, стоит ракетница. Кстати, благодаря вот этой вот коробочке импровизированно она выживает дольше. Здесь у меня сверху я себе состряпал вектор. Здесь у меня аккорды стоят. Кстати, надо все на векторы менять. Энергии жрут на единичку больше, зато толку намного больше. Вот, ну пока что все впритык. Сейчас же я рассчитываю накупить вторую осу и поставить вместо двух аккордов вторую осу и уже по ней все переделывать как нужно. По фракциям. Левел у меня не сильно изменился, а может и сильно изменился, я не помню, что было в последней серии, но по факту... Да, кстати, можете написать, что было в последней... Какой у меня левел был в последней серии. Вот, у мусорщиков у меня... Ну, потихонечку создаю всякую фигню. А, точно. Я же вам не рассказал. Этого не было. Блин, я давно не снимал. Я улучшил дальнобой, тяжеловоз. И у него предельная масса бронемобиля увеличена на 10%. То есть дополнительный вес на 1060 кг увеличился. Предельный вес. Вот. Ну, это, конечно, такое себе. И я понял, что кабины нет смысла улучшать. Улучшает всякую гадость. А вот пушки, да, есть смысл. Сейчас у меня фракция стоит бешеная, чтобы делать осу, у меня как раз производство двух деталей есть. На рынке творится полный кошмар, металлолом теперь вырвался чуть ли не по 5 баксов за сотку. А медяха меньше, уже полторашечка. Полторашечка уже за десятку. В общем, короче, что-то творится неладное с рынком, и это... Полный кошмар, если честно. Что-то создавать на продажу и на этом пытаться выгадать не получится. То есть вот эти вот предметы, если покупать, они займут, ну, в среднем 30-35 монет. Сам предмет же практически все продаются, ну, максимум 35, 37 я сегодня продал. У меня был, я был за скитальцев, у меня был, были ресурсы, и я защитник продал. Кстати, да, создал защитник и продал его. И продал я свой двигатель большой, потому что я пока что в нем не вижу смысла, а нужно будет, я состряпаю себе его. Что у меня дальше изменилось? Да практически ничего. Ничего не делал, ничем не занимался, ну и... Так, с периодичностью заходил, играл. Состряпал себе виверну. Думаю, попробовать на базе виверны что-то сделать. Кстати, без дрона теперь, вот без этого, тяжелее немножечко играть. Ну, с другой стороны, и нормально. Давайте пооткрываем немножечко коробочки, почему бы и нет. Подкопил их, почему бы и не пооткрывать их. Вот, а какое-нибудь сейчас говно достанем, ну, всяко меньше выбивать придется. Да, здесь даже я никогда не рассчитывал на что-то синее, это, и уж тем более что-то другое, здесь только расчет на белые. Вот, ну только вопрос, нужное ли это белое будет? Да, вот, к примеру, это точно нет, потому что у меня их дофига. Я даже не сомневался, что вылезет где-нибудь именно беленький, чтобы вот именно посреди синих оказаться. Ну,
кейс они на то и существуют, что шанс на то, что ты что-то доставишь, даже вот краска, это вообще не факт, нет, забейте. Даже если там будет написано, ну, Синди шанс, там 25%, забейте, не достанете никогда. Вот, достается только вот такой хлам, который, да, есть шансы, конечно, да, но это не касается меня, я вам сразу так говорю. СТ, ну да, пригодится. Она на что-то у меня используется постоянно. Я постоянно пытаюсь покупать их, потому что что-нибудь пытаюсь острелить. О, опять у меня нету СТ. Так что здорово. Пригодится, как говорится. Домкраты, ну, домкраты, да. Да, по факту я вот из этого ящика достаешь то, что рано или поздно у тебя используется в крафте. И тебе не нужно там 20-30 центов тратить на всю эту фигню. Вот, либо время, чтобы это все выбить. Вот, так что они того стоят, ящики. То есть рано или поздно пригодятся. Давайте откроем вот эту вот. Так, вот смотрите. Давайте выгоды. Продать за 35 можно, да? Вот посмотрим, есть ли выгода открывать. Я вам так сразу скажу, выгоды нету. Это даете вам 100%. Даже если бы достался что-то синее, выгоды нету. Дорожная сумка, кстати, да, вот она стоит 2, а уже 1.5 цента, 1.5 рубля. Поэтому как бы открывать их нет смысла. Даже если открывается, достается какой-то синий предмет, это достается такой предмет, который стоит, ну, то же самое. И вот это вот я доставал с большого ящика, так что не обольщайтесь сильно. Вот. По факту мы достаем то же самое за 35. Вот даже взять Виверну 28, пожалуйста, Виверну 28. А ящик мы продали за 33. Но, так как я любопытный и мне все-таки интересно, и раз это халява, так почему бы ее не потратить, то я открываю всегда ящики. Вот. Ну, если вы хотите на продажу, не заморачивайтесь. Просто продавайте. К примеру, даже можно сделать как... Так, у нас фракции, механики, вот это вот. Он создается вот здесь, там, 300. Купить... то есть я вам сейчас скажу... Так, покупаем мы их 10. Нам нужно их 30. То есть 30 умножаем на 2, получаем 60. То есть по факту создавать их в 2 раза дороже, нежели они того стоят. Кстати, а реликвий? Это у нас 2000, да? Это у нас 200 умножаем на 2, получаем 40 монет стоит, чтобы состряпать его. А продать это 400. Ну, о, ну, в смысле, 400 монет, чтобы состряпать, и 400 продать. Так что, по факту, если вы захотите заморочиться, типа, купить, создать, продать, не заморачивайтесь. Цена здесь всегда такая, как и есть. Допустим, даже вот это вот, это легче купить, чем состряпать, потому что сейчас эти контейнеры стоят, вы... 100 металлолома стоят, как 2 контейнера. Вот, так что, такие вот дела. Забейте. С рынком творится такая полная жопа, что, как говорится, я это называю как? Тонны школьников залезли на рынок и испортили все. Вот, это есть... игра. По-простому говоря, здесь, ну, с другой стороны, есть у тебя огроменный плюс. Допустим, я 100% теперь могу знать... Ой, блин, надо будет окно закрыть сейчас. Я со 100% не могу сказать, вот это себестоимость этой пушки. Даже если я сейчас пойду разбираться, смотреть, сколько она стоит и так далее, это будет себестоимость, ну, плюс-минус 3 копейки. Да, иногда даже дешевле будет купить созданную, нежели это. А по факту вы еще зайдете сюда, купите вот эту вот фигню. Допустим, сколько здесь она, вот сейчас у меня это активная группировка, да? А, требуется 5 уровень. Вы купите, ну даже вот, допустим, здесь нужно 25 баксов потратить, потом создать осу, и по факту вы потратите, нет, 35, да, допустим, сколько она стоит. А, ну, 40. А по факту вы потратите 60.
монет, чтобы затрепать одну. Да, у вас останется еще возможность создать чертежи, но это все фигня. Ладно, хватит уже болтовни. Давно не снимал, и поэтому. Но опять-таки же, меня смотрят. Эти выпуски смотрят мои подписчики, так что обычно им интересно то, что я всякое говно несу. А, кстати, по выставкам. Я себе здесь посохранял немножечко, так, ну вот это вот всякая фигня. Я здесь посохранял себе вот эти вот разные веса. Так что если я буду играть на стримах, то вот вес. Я, конечно, их потом переделаю, но такие вот дела. Это, конечно, вот, кстати, с этим я больше всего гонял. Вот это тоже такой броневичок прикольный у меня получился. Вот, ну а сейчас я гоняю с этим. Давайте посмотрим, что из этого выйдет вообще. Погнали. Не, электроник говно, давайте погнали вот за вот этим чем-нибудь. Такс. Вот так вот. Переключил музыку на более подходящую под это дело. Кстати, да, вы скажете, ой, зачем тебе бочка, топливный бак? Ой, ёпта. Я на правую кнопку мыши нажал, чтобы крутить камерой. Зачем тебе топливный бак там сзади? Он же, типа, мешается. А по факту... О, полетела ракетка. Вот, по факту, если взрывает, думаете, а чё, я минут 5 потратил на то, чтобы высчитать, взорвут ли меня что-нибудь или же нет. Вот, по факту у меня не взрывает ничего. Вот, и я, если мне взрывают тут бочку, то все хорошо, и я остаюсь целеньким и здоровеньким. Такие вот дела. Так что все посчитано. Попал, прикиньте, попал. Попал, да ладно. Пошла жара. Пушечка. Но, как видите, моя пушечка целая. Давай, родники. Оп, видите, оторвало, и я целенький. Жопу не оторвало, это главное. Такс. Блин, круто. Вот такой бункер, да, реально, нужно делать бункер для своей ракетницы. Другого варианта точно, я вам так скажу, нету. Точное попадание. Ну, факин щит. Эх, пошла жара. Бррр. Ну, я пытался. Ох, слишком жесткий. И, как видите, у них уже стоят миниганы. И не только пушки хорошие. А у меня, по факту, оружие говно. Да. Что... мне сейчас нужно делать, по факту. То есть я вам сейчас показал то, типа, с каким я весом могу играть и что из этого выходит. Вот, самонаводящаяся ракета, миниганы. И, кстати, я не понимаю, зачем у людей такой хайп насчет этих зубодробителей, ну да ладно. Ну вот эти вот, кабины вот эти вот. Миниганы, что тут еще у людей? Хорошие огромные пушки, к примеру. А у меня что? Полное говно, короче, у меня. Вот, поэтому как бы суть, о чем я имею, хочу вам сказать. Суть в том, что не для моего веса, то есть не для моего развития такая. Вот, смотрите, ракетница. Ох, пошла родненькая. Кстати, я попытался ее поуправлять. Прикольная штука, но нужно немножко практики, чтобы ее управлять как положено. Это я вам точно могу сказать. Поражение. Пачка Амстрали немножечко. Вот, статистика. Что я там на дне? Я на дне. О, 48, даже помощь. Здорово, хоть что-то сделал. Металлом 9. Это хорошо. По факту. Это не мой вес. Да, я понимаю, что, типа, я могу построить такую машинку, но, имея такое вооружение, я ничегошеньки не сделаю. Те машинки, с которыми я ездил, вот это, к примеру, такой же вес, вот это, к примеру, такой же вес. Кстати, я ее брал для того, чтобы у меня... Кстати, да, здесь, видите, как оружия мало, но, по факту, здесь стоит у меня дрон, так что...
такие вот дела. Вот это я делал, чтобы ачивку на дробовик выполнить. Это я на ПВЕху ездил. Кстати, да, они у меня для ПВЕхи. Вот это вот для ПВЕхи было, вот это тоже для ПВЕхи. По факту, ездить нужно мне вот на таком. И к Вите, жопа защищена, передочек защищен, все хорошо. Все просто замечательно. Радио убираешь, вес еще меньше становится. Радио у меня было для того, чтобы у меня там миссия была покататься с радио. Здесь примерно такая же фигня, то есть вот, видите, да, то есть жопа защищена, как говорится, и на том хорошо. Но вес слишком большой. Поэтому так загружаем. Так, сборка. Это вот убираем сразу же. Так, перед, да, я именно так защищал. И по факту вот эти крылья-то можно и убрать. К примеру, давайте я сделаю вот так вот. Сразу же напрямую. И вот так вот, да? Сразу же вес как уменьшился, да? Всякую фигню поубирал, и, как говорится, уже хорошо. Так, здесь 144 единицы здоровичка. Я хочу вот на Виверне все-таки застряпать, но очки мощи 750. Это сразу же стоит это учитывать, поэтому я пока что сильно к ней не стремлюсь. Что же еще тут можно переделать? Ох, ёпта. Вот видите, колесо СТ у меня нету. И вот так постоянно. Я не знаю, куда я их трачу постоянно, но я на что трачу. Наверное, Виверну создавал. Да. Так, делаем вот так вот. И то повезло то, что это у меня... Я одно колесо СТ достал сегодня, блин. Вот. Так что я вам правду сказал, что их у меня вечно не хватает. Вот. Вечно я куда-то их сую, продаю, покупаю. Точнее, не продаю, а трачу на постройку. Так, ну, кстати, можно вот эти фары поставить. Почему бы нет? То есть они мне хоть какую-то дадут фигнюшечку. Даже можно поставить вот так вот. Здесь у меня еще... Ну, я достал же эту дорожную сумку. А, точно, я сейчас кое-что вам покажу, то прикольную штуку нашел. Вот, ну, немножечко очков, как говорится, прибавится. Весит нифига, а толк есть. Я даже лайк поставил. А, нравится, нравится, нравится. Так, 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 так. Сейчас я вам покажу. Я реально даже лайк поставил. Вот это меня вот просто прикольнуло. Вы просто посмотрите. На даче 54 рус. Ну, 54 рус это Новосибирск. Это опять-таки же мои соседи, можно так сказать, по области. Вот. Но на дачу это настолько круто придумано. Блин, это просто здорово. Обычный грузовичок, полностью забитый хламом, и кузов, это реально круто, это реально круто. Да, по факту она ничего не делает, то есть это просто машинка с кузовом, но, блин, это круто, это круто. Мне просто сама концепция прикольнула. Так что, блин, я не удержался, я поставил лайк. Ладно, погнали на таких вот мелкачах. Немножечко сейчас еще погоняем, может один, может два боя, и поедем на рейды. Вот, у меня, кстати, теперь, так как вес у меня 5000, у меня открываются рейды последнего левела, вот, поэтому все просто здорово. Поддержка огнем. Я пытался осой вырулить на него, но, как видите, ничего не получилось. Блин. А, фак, щёрт! Это что такое было? Аккорд. Ну, чувак, лови, фашист! Гранату. Оу, щёрт! А от этого-то без... Короче, не повезло, чувак, да? Бабах! Ну, давай. Ай, да ладно! Вот это, короче, мне не повезло. Его убили раньше. Блин, ну что, бывает.
Бывает. Бывает в жизни огорчение. Вот, видите, вот. Едет на говне, грубо говоря, да, и это стоит у него ракетница. О, пожалуйста. Это бета, опять-таки же, это бета. Здесь нету новых игроков. И здесь, по факту, все уже раскачаны. И ты не состыкуешься с каким-нибудь новичком, у которого будет такая же там говнопушка, как у тебя. Здесь одни задроты. Здесь, по-простому говоря. Поэтому мне сложно. Мне сложно играть в этом. О! Круто! Фары! Да ладно! Да, мне первый раз такой дали декор. Мне первый раз. О, ты че ждешь, мой? А, блин, мне радио. Я еще до сих пор не выполнил эту фигню с радио. Лучше поди, мне придется радио установить. Блин. Радио. Радио. Блин, я бы сейчас бы выполнил чепку. Ну, по факту, это, конечно, фигня, то, что я там пытаюсь выполнить. Я сейчас вам объясню, почему я так говорю. Фары! Уе! Не хочу сюда куда-нибудь поставить фарочку. Фарочку хочу что поставить, не получается ничего. Уда, тип, короче, красиво. Да нифига не красиво, уйди отсюда. Вот, останешься здесь. Так. Форочки. Куда мне поставить форочки? Не, я тогда поставил, но это все фигово. Да, короче, поставлю. Все, пускай там стоит. Так. Так. Че хотел сказать? А, по сезонам. По факту, вот смотрите, ничего прикалывает. А, побьете в 10 боях. Средний уровень сложности. Просто в 10 боях установите радио. Отлично. А, это можно сделать за день. А, победите в 10 боях, установите ускоритель. Ну, тоже можно сделать за этот же день. Победите в 10 боях, установите пулеметы. Не, ну по факту тоже можно за один день. Че, я как-то сидел, позадротил, и за день уже 3 ачивки выполнил. Уничтожьте 50 рейдеров, используйте пушки. Не, ну за день, за два можно выполнить. То есть, потому что здесь пушки надо использовать, опять-таки же зависит от того, какая у вас пушка и навык. Как бы можно и за день все это выполнить. Ну, хорошо. То есть, по факту уже 1-2 дня. Здесь установите дроны. Вы видите, в боях. Опять-таки же в боях. За день. Уничтожьте 50 рейдов, используя автопушки уровня редкие. Тоже за день по факту. Автопушки тем более. Они всегда стреляют. А это будет означать, что типа они убили. Уничтожьте рейдеры, предметы, пулеметы уровня ред. 50 рейдеров с пулеметом за день. Почему за день? Потому что бензина мало. По факту это можно вообще за один бой сделать. Если правильно выбрать рейд, то можно за один бой это сделать. Установите дроны, победите в 5 боях. В 5 боях дроны. Окей. То есть раз, два, три, четыре. Ну, то есть за неделю можно выполнить все. Смотрим в легкий. Победите в 15 боях легкие рейды. И тут ты понимаешь, что тебе тупо бензина. Это опять-таки же победите. Но случаи разные бывают. Давайте не будем лукавить, как говорится. И сам можешь затупить, и так далее. 15 рейдов по 20 топлива. Ты только должен топливо потратить 300. То есть это полтора дня. То есть 2 дня ты тратишь на то, чтобы сделать первую ачивку на легком. Второй. Уничтожить 50 рейдеров. Окей, отлично. Вот если тебе повезло, и ты не потратил вот здесь все оставшееся, то ты здесь ее, то есть оставшееся топливо, то ты здесь его потратишь. Говорится, опять-таки же, если тебе повезет, и у тебя будут такие вот защита, не защита, погоня за грузом. Вот, либо погоня за грузом, либо конвой. Тогда да, тебе повезет, и ты все сделаешь как надо. Потому что на них можно реально набить рейдеров легко и просто. Вот, ну, а дальше уже, конечно, легче. Но, когда тебе первые же задания дают таким, что оно хуже, чем последнее,
Уничтожьте 75 рейдов. Да я 75 рейдов за 2 рейда уничтожу. Здесь мне тупо надо 15 боев. Это не первая должна быть ачивка, это должна быть последней. Я не понимаю разработчиков. То есть это настолько идиотизм, что это просто кошмар. Я думал это отдельным выпуском сделать. Ну, кстати, как вариант, можно просто отдельно записать выпуск. Какой идиотизм у нас в сезоне творится. Вот. И что-то типа того. Ладно, все, хватит болтовни уже. Кстати, я в потасовку еще ни разу не бегал, так что есть смысл попробовать покататься. А, не, бегал, было дело. То ли на стриме, то ли где. Раскатали меня сразу, нафиг делать, нафиг все. Так что да, то осваться нет смысла. Погнали еще немножечко в это и погазуем в рейды. Вот такая фигня меня тоже бесит. Закидывают в конец, под конец боя, и ты такой типа: окей, мне еще 3 минуты ждать, пока он доиграет. А бывает, я знаю, лично у меня такое было. Закидывают, а у нас посреди базы, то есть я залетаю в игру, а у нас посреди базы 5 противников уже бегает. Наши уже на вражеской базе, а они уже на нашей базе, а мне закидывают. А тут по факту тоже только начало, и нет, нифига, и чувак, жди, пока ты играешь. Блин, я не понимаю, здесь баланс, все это вообще полная фигня. Все балансы, это все в таком духе, это все фигня и лажа. Но когда тебя вот так закидывают, и ты просто ничего не сможешь сделать, это, конечно, полный кабздец. Фак! Бэнкс! Оу, щит! Бэбэх! Не, ну тут, конечно, у меня даже шансов не было. Так, как подсветка сработала, и хватит, говорится. Погнали еще разочек и в рейд, потому что это какой-то бой был отстойный. На, я сейчас выхожу, думаю, ну тебя в баню. Вот реально, когда ты играешь на дефолтной машине против вот таких раскачанных мать их ублюдков, это просто капризда. Ты ничего с ним сделать не сможешь. Они тебя просто раскатывают с одного ваншота, с одного удара, и ты такой: ну окей. Вот что-то типа того. Это все, что ты можешь сделать. Да, сегодня потестил артиллерийное оружие. О, вот это кайф, это реально кайф! О, щет! А, я видел, ты загрузил его, да, видать? Хе-хе-хе. Я видел такую фигню. Типа такой: о, да, прикольно, фак, окей. Здорово. А по факту ты такое говно, которое ничего не можешь сделать, а по факту стрелять назад ты даже не умеешь. Да, поэтому я так подумал, нафиг оно надо. Не, прикольная штука, конечно, да, типа, о, фак, но по факту ты просто конкретное палево сам себе устраиваешь, типа показываешь: да, чуваки, я здесь, ты такой пальчиком показываешь, да, стреляйте сюда. А особенно это канает для не тебя, что, тебя уже поубивали, что ли? Это для тех, кто имеет самонаводящуюся ракету, точнее, управляемую ракету. Но для них это здоровски просто. Так вот, на артиллерии я сегодня газовал. О, это такой кайф, артиллерия. Но по статичным целям только кайф. В бою это полное говно будет, это 100%. Да, это прикольно. Ты можешь такой: о, типа там, тук-тук-тук, там, артиллерия, все дела. А по факту, когда ты просто выйдешь в бой, когда они все туда-сюда, там ездят, где-то что-то там кипиш, творится и так далее, ты просто ни по кому не попадешь. Вот эти дроны, кстати, прикольные, но почему-то я тестировал, так и понял, летающие дроны есть с ракетницами и с пушками. О, ты чё, чмошник? Решил историю засейвиться? А нет, на точку заехал. Я думал, решил засейвиться. Просто поверьте мне, сколько раз я уже видел таких ублюдков, просто они сейвятся и все. Я сохраню, я не сдохну, я доеду до конца. Ну, вот я в последнее время очень часто так газую, потому что меня напрягает стоять на одном месте, кто-то выдрачивается и типа: о, да, я крутой этот дебил. Погнали. Не хватает некоторых деталей. Окей. А каких?
А, каких у меня не хватает деталей? Вот я еще показываю, каких бы деталей мне не хватает. Вообще было бы здорово. Знаешь, сборка, я что-то продолжу. А, нет, двигатель-то. Давай посмотрим, сколько деталей мне не хватает. 45. Все нормально, хватает, слышишь? Говна. Дерьмо. Дерьмо, кусок. Все мне хватает. В рейд идем. В топку бочку. Тоже уберем. Такс, ну-ка, у меня здесь есть более хорошая басявая такая защита. Так, у тебя еще на задницу поставим. Лафет убираем. Ты запомнил такое название, прикольно. Лафет. А, не, все правильно. Че, лафет обратно что ли ставим? Ну ладно. Так, где там лафетик? Кстати, ну-ка. Не, маленько. А где лафет? Я его не вижу. Не по глазам. Вот он, лафетик. Господи, реально не по глазам будет. Ну вот как-то так хотя бы. Так уже получше будет. Четыре, отлично. Такс, и мне нужно... А, ну хотя смысл. Так, все. А, так, сохранить. Вот здесь сохраним. Потому что это для рейдов, так что как бы мне бочка там точно нафиг нужна. В рейдах бензин не дают. Такс. Что, в бой? В бой на рейды. Вот. А, так, секунду. Так, ну погнали. Так, сопровождение конвоя, это когда я включаю лишь тогда, когда я хочу набить себе, ну, то, что противников поубивать. Вот, кстати, каньон основателей, то есть это штурм, самый, по факту, самый мощный. Ну, то лучше с двумя осами ездить. Так, тут без вариантов, я тут один раз, я случайно снаружи, о, штурм, прикольно, нажимаю, говорю, я тут... да. Я после боя такой узнал, что я нажал не на тот штурм. Вот, и это явно было не то, что мне нужно. Да, ну погнали. И даже вы увидите, когда нищего вздыхает на штурме так быстро и легко. Бэмкс. Вот, ну зато здесь меди дают очень много. Здесь реально меди дают очень много. Я-то просто мыслились как говно, и мне дали 22 меди. Я такой, окей. Да. Если победить здесь, я думаю, нехило дадут. Я думаю, соточек кто-то дадут меди. Ну, это надо тащить, это надо тащить, это надо реально тащить. Сплит! Не разделяемся. А чё ты дронов-то выпустил так рано? Толку от них. Тихо-тихо, назад! Fucking shit! Оу, shit! По мне бьют! Не дамажит, это говно! Оу, oh yeah. Вот это здорово полетело. Давай. Отлично. Страйк. Главное, чтобы пушки не на меня были сагрены. У меня не так-то уж и много этого. Хиппи. Ой, ёптель. Ой, да ладно. Я поломали. Мне тебя жалко. Такс. Как их много.
Да, здесь надо ставить не аккорды. Мне здесь нужны нормальные пушечки. О, да, fucking shit. Сопротивление бесполезно. Всем лежать. Нет, все-таки я это говорил, говорю и буду говорить. Было бы офигеть, как здорово, если бы говорили бы вот эти вот ачивки бы озвучивали. И такой под эффектную музыку. Всем лежать! Страйк! Либо кукла вот! И что-нибудь типа такого. И это бы такое эффектно, таким басом было бы. Это было бы так бы эффектно игралось бы. Я вам просто кричу. Это было бы то. Да, конечно, это чтобы можно было в опциях отключать и так далее, все дела, это понятное дело. Но это было бы так здорово. Это я не просто так с воздуха беру. Вот эту мысль, это на когда я был маленький, то была на Sega такая игра Rock'n'Roll Racing, и в ней была такая эффектная, то есть ты когда едешь, и там это диктор постоянно говорит, там, оу, типа, такой-то там отстает, там, типа, а этот затащил, оу, что творится, что-то типа того, только по-английски все, короче. Я тогда никогда это не понимал, и я только примерно знал, о чем идет речь. Но это было так круто, под эффектный саундтрек, и... саундтрек, если что, да. Вот, под эффектный саундтрек, под эффектные вот эти вот комментарии, это так здорово игралось, это просто был кайф нереальный. Оу, фак! Да, кстати, вот это примерно так вот и тогда и озвучивалось. То есть, там, типа, взорвался. А чё он творит? Типа того, короче, там. Это было здорово. Реально было здорово. Вот, поэтому я и говорю, то есть, здесь имеет такую офигенную атмосферу. Кстати, тогда мы тоже по времени просрали. Вот, вот, 29 меди, это просто офигенно. О, я не последний, здоровый. Здоровый. Имея такую офигенную атмосферу, очень крайне было бы здорово, если бы так было. Я сейчас просто хочу загрузить музычку из игры. Давайте-ка включим. Она вообще здесь есть? Я очень надеюсь, что есть. Я очень надеюсь, что... Блин, я не знаю. Если вы знаете, куда написать разработчикам, то... напишите. А, чё я жду? Погнали в бой. Так, что у нас? Погоня за грузом не то. Давайте защиту сгоняем. Может, я запишу какой-нибудь ролик, типа... Что бы я изменил в кроссаут? Что-нибудь типа... Слушайте, возможно, я сделаю. Там расскажу про сезон. Там расскажу про вот эти вот ачивки. Возможно, разработчики увидят, и они реально сделают это. Честно, я бы кайфовал бы от этого. Просто когда ты под эффектную музыку... Такой бум! Не знаю, кому как, конечно, но мне было бы так намного веселее играть. Это 100% я даю. Эй, алло, щит, да? Чё ты катаешься вокруг меня? Бэээээкс! Ай, не попал, блин, он развернул. Он наглый! Говнюк! Эй, алло, блин! Я в итоге в своего уже который раз попадаю. Чую, короче, мы не сортащим нифига. Да, надо аккорды менять. Ну, парень, надо аккорды менять реально. Но чтобы менять это надо, видите, иначе бабки зарабатывать. Здесь заморочка с тем, что чтобы нормальное оружие сделать, надо... Да ты, козел, оборзел, что ли? Вот, чтобы нормальное оружие сделать, здесь надо... Да ты ж, ёптель-моптель тебя. Да ладно, я тебе шмят не оторвал. Ты оборзел, что ли? О, чую, короче, мы здесь сольем. На легком сольем, да. Вот такие вот дела бывают. Твою мать, вы че, угорели, что ли? Что творится? А, это я еще и перевернулся, отлично. Спасибочки за помощь. Что творится? Что за говно?
нас уже защищать нужно. Следующую точку. Нет музыки в игре. Да ладно, вот почему я отключил музыку во время... Да ты прикалываешься, опять что ли? Help me, please. Ёп, вы что? Все, мы слили. Ребят, мы походу дела реально слили. Вот, спасибочки, опять помог. Если сейчас наши вот не прибегут сюда срочно, они будут там страдать дерьмом. Ну надо так хотя бы сделать. Да, надо пушки менять. Надо пушки конкретно менять. Надо что-то с этим всем делать. Видите, я люблю ставить и охладитель. Я люблю ставить все плюхи, прибабахи и так далее. Охладитель, двигатель и так далее. Но это тратит энергию. С энергией здесь уже проблемы. Чем мне нравилась экс-машина? Там не было этих заморочек. Можешь поставить пушку? Ставь пушечку. Газуй с этой пушечкой. Можешь поставить себе систему град? Ставь эту систему град и разноси все к чертям собачьим. Здесь, конечно, здесь онлайновая игра, современные реалии немножечко изменились уже. И по факту ты не сможешь сделать то, что было в экс-макинке. Но такое себе. Честно, вот эта вот вся система, это такое себе. Вот сейчас я просто стою как танк и пытаюсь сагрить вот это вот говно на себя. Чтобы эта скотина сраная просто не могла ничего сделать. Оу, oh, yeah. Это просто ад. Это просто ад. Это реально... мы ничего здесь не сделаем. Мы реально ничего здесь, ну, просто-напросто не сделаем, потому что у нас у всех оружие говно. Мы все с аккордами бегаем, грубо говоря. Или шерсть с ними. А мой дрон больше толку делает, чем... Точнее, от моего дрона больше толку, чем от меня. Если уж на то пошло. Кукловод 3. Просто прикиньте, кукловод. Блин. Ну, мне реально, у меня от моего дрона больше толку, чем от меня. Это настолько тупо, что точно так же настолько смешно. Ладно, все, короче. Сейчас вот эту вот фигню на нас бы бахнут. Офигеть! Вот поэтому я и говорю, нужно хорошее оружие. Вот, пожалуйста, слили, блин, на один медяшечка только. Честно, я не знаю, что мне делать. По факту, здесь нужно задротить. Победить я не могу, потому что против нас... По-простому говоря, это бета. Это нет баланса и так далее. Это 100%, потому что новых игроков нету. Старые игроки все раскачаны. И здесь единственный такой вариант, чтобы, допустим, вес до 3000. Не можешь установить АСУ, допустим, и так далее, и так далее, и так далее. Вес до 4000. Не можешь там установить артиллерию, град и все в таком духе, да? И вот только тогда будет возможность хоть какая-то у меня выиграть. Да, этого бесполезняк. Да, что бы я ни делал, у меня не получится ничего серьезного. Это я вам уже точно могу сказать. Единственное, что я сейчас могу сделать... Вектор. У меня остается такая фигня. Это убираем, двигатель оставляем. Вот это вот оставим. Дрончиком. Дудрончиком. Да, мне еще нужен там крат. Может, полная Г вот так стоять, как дебил. И не мочь ничего сделать. Так, в итоге что я имею? Ну, я могу поставить себе аккорд еще один. Отлично. Это уже хоть что-то. Икс. Ну, как бы просто нет смысла ставить что-то больше.
только вот так вот поставить. Чтобы уж совсем был зашквар. Это вот сюда. Ну, кстати, да, за счет уменьшения вот этого всего можно нехило так сэкономить себе пространство. И тем самым лишние детали поубирать. Ой, щет. Что-то я не туда стал. Вот. Тем самым и структура полегче станет, и играть будет полегче. Всем все в песчаночку перекрасить, чтобы уж совсем изменялась машина. Лафета у меня еще одного нету. Это мой единственный вариант. Попробую сделать так. Сюда. У меня нету, поэтому ставим аккорды. Аккорды. Элё. Вот так вот. Ну, собственно, единственный вариант, что я сейчас могу придумать в таких условиях. Погоня. Ну, кстати, погоня за грузом, почему бы и нет? Это вполне весело тоже. Музыка только в меню. И она такая отстойная, если честно. Вот, начальная музыка. В начале боя. Такая прям серьезная. И потом и тишина. Мне нужна музыка во время боя, мне нужен эффект, мне нужен вот этот драйв получать. Но нет, отстой. Вот этого я и не хочу. First blood. Да пошли в жопу, придурки. Я ничего не вижу, где? Ага, вон враг вижу. Fucking shit! Собрал. Ангел смерти! Да, чертова карта, я ее ненавижу. Я в PvP ее ненавижу, я в PvE ее ненавижу, потому что просто как дебил бегаешь туда-сюда и полный кабздюнь. Враг уничтожен. Оу, да ладно, вы прикалываетесь, я думал опять придется бежать на другой конец карты. Честно, я этого и ждал. Я уже развернулся, чтобы бежать на другой конец карты. Ну иди сюда, какашка! Уе! Фак! Я переехал. Чутка лишнего. А, ну да, куда я стреляю-то? Господи, у меня эти пушки задраны. Вот, собственно, из-за чего я еще хочу на Виверну все переделать, потому что она будет маленькая и компактная, а не этот, блин, здоровый балдень. Это, конечно, здоровская кабина, и грузоподъемность, и все дела, но как-то просто неповоротное говно, это, конечно, толку от этого нету. Ну, так вот, ну, такую же сделаю какую-нибудь. Многоколесную какахину. И будет здорово. Да ладно, ты проехал просто мимо их. Точнее, газанул так, что я не попал. И вперед, мой верный дрончик. Бинкс! Чпоникс? Бабах! Хе-хе-хе! Вот, это... Поэтому мне осата и нравится. Да ты мне задержал уже, говно ты кусок! А, у меня тут ракеты закончились. Этим-то мне и нравится оса тем, что у неё урон дофига.
большой. Вот поэтому мне нужен там крадул. Как чувствовал, что нужно поставить. Он неповоротливый. Мне надо сделать его более поворотливым. Оп. Помогай мне, чувак, помогай. Будем тащить вместе. Да пошли вы все, короче, нафиг вас, уроды долбаные. Куда еще на вас время тратить? Я так и помню. Да будьте по форме, не собирайте последние. Да пошли вы все в жопу. Вот, примерно так я обычно и реагирую на все это говно. Ну, на дне. Ну, почти на дне. Хе-хе-хе. Здорово. Ну, что, хотя бы так. Фезлат, отлично. Вот такие вот дела. Попеределываю пушечку, попробую сделать. У меня, кстати, по весу получается сейчас надо на 4000. Я думаю, из виверны я сделаю вес на 4000. И это было бы здорово. Это было бы здорово, если бы у меня получилась хорошая тачка с хорошим эффектом. То есть, ну, с КПД. Коэффициент полезного действия. Такие вот дела, народ. Ну, а на этом уже точно все. Вот такая дебилёхонькая серия получилась. Больше рассуждений, нежели толку. Поэтому, надеюсь, вам понравилось. Ну, а на этом уже все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, бла-бла-бла, все дела. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.